Друзья, смотрите, что я сегодня делаю в субботу. Опа! Опа! Оп-оп, главное не упасть. Главное не упасть, пацаны. Опа! Так. Я, блядь, вообще, представляете? Это называется скала. Сын мне дал работу, короче. Надо вот это все, ребят, отдолбить. Еще вниз 2 метра, он говорит. Он просто с ума сошел. И сделать изоляцию, потому что заливает гараж просто водой, друзья. Вот такие дела. Работаю.